Всем привет, ребят. Так, начался понедельник. Морость у нас. Вчера дождь шел. То дождь, то морость, то немножечко солнца. Сегодня опять. Погодка не радует пока. Опа, тоже морость идет. Небольшая. Так, загрузился. И едем в офис. С офиса у меня сегодня там небольших 6 заявочек. Так что сегодня мы быстренько все сделаем, друзья. Так что, что интересное, покажу. Что неинтересное, не покажу. Все как обычно. Так что, что я вчера еще, ребят, делал дома? Я вчера покрасил стены, друзья. Вот сегодня они подсохли. Сегодня, если не забуду, вечерком приду, вам покажу. Засниму. Но надо на второй раз красить. Решили мы все-таки покрасить стены и не заморачиваться с обоями. Ну, тут, скажем так, на любителя, кто как любит. Супруга сказала, говорит, будем красить. Я говорю, ну, значит, будем красить. Мне хоть побелим, хоть покрасим, хоть наклеим, мне по барабану. Освежим квартирку и будет все окей. Чего там заморачиваться? Так что как-то так. Так что вчера покрасили. Ну, пол еще не до конца высох. Мы уже его, как говорится, уравнителем этим залили. Он у нас подсох, но не совсем еще. Что-то долго сохнет. Но погода, видите, какая же. Неблагоприятствует для того, чтобы хорошо пол высох. Первый раз мы с этим занимались с супругой. Подяжили его там, размешивали, заливали, ну что-то получилось. Потом его начали этим, как он, правилом, короче, смотреть, ну кое-какие зазоры есть, как говорится, не в идеале, но сделали, да и бог с ним, ничего страшного там. Сын еще придет, покажем ему, подскажет, как, что там. Ну, вроде в интернете посмотрели, почитали там все про, и по прокраску, и про ламинат, и про теплый пол, все там. Вчера тоже целый день супруга смотрела там. Ну, вроде ничего страшного нет, но вот укладка ламината и теплого пола, вроде говорят, что если никогда не занимался, то надо все-таки, чтобы этим делал специалист, так что будем думать, как говорится, надо сэкономить денег, нету денег, привяжите в жопе веник, посмотрим как, если что, тогда может с сыном попробуем все это дело сами сделать, так что, как бы еще немножко сэкономить. Вот такие дела, друзья, вот такие дела, так что. Спасибо, что смотрите, спасибо, что подписываетесь, спасибо, что оставляете комментарии, ребят, всем спасибо. Так что все, едем, смотрим, общаемся. Оп, мы уже на тихой, друзья, на тихо, но чайки летают низко, значит, к дождю. Ёпарасоте. Ну да, что-то облака какие-то кружат вокруг. Опа. Пароходики стоят. Да. Ожидают хорошей погоды. А мы... О чем мы? Игорь Николаевич вступил, короче, был в офисе, отдавал им там кое-какую косметику, чтобы они простикировали. И я убежал. Поговорил, пообщался, забрал документы и убежал. Блин, я оставил. А мне на тихой надо было тут отгрузочку сделать. Хорошо. Позвонила менеджер, говорит, Игорь, так ты, говорит, у нас оставил карандашики, косметику, говорит, простикировать, говорит, отправить. Я говорю, ну а что сделать, придется возвращаться опять. Такое бывает, ребят. Так. Посмотрел я наполовину, ребят, этот Чернобыль, пятую серию, что-то не досмотрел, некогда было. Что-то посмотрел, и что-то он меня... Последняя серия, так скажем,
не впечатлил такое. Сегодня досмотрю, приду домой, сегодня досмотрю. Сегодня. Посмотрим еще. Может, мамка скажет, докрасить надо на второй раз потолок. Тогда не досмотрю. Посмотрим. Да, надо. Ну, сейчас вот сегодня выходил из дома, посмотрел, короче. Блин, ну подсохло так, вообще стало замечательно. Стало красиво. Ну все, летим обратно в офис, ребят. Сейчас нет, сейчас сделаю на деревенской, сделаю отгрузку. Там такая серьезная отгрузочка. 34 места, что ли, 36 с порошком. И потом заеду в офис и обратно сюда. Ёбанзи, блядь. Да, туманчик есть, туманчик присутствует. Низко облака, как мне сказали. Пу-пу-пу-пу. Тут у нас Катерная улица идет, да, Катерная вроде, да, направо тут Катерная идет. Прямо идет у нас на остров Русский, там он мостик вдалеке смотрится. Да, тут Катерная, и тут Катерная. Что, как-то так. Вон он мостик, ребят, на Русский остров. Сейчас здесь проедемся. Оп, да что ты пищишь? А чё пищишь? Чё пищишь? Чё-то пищит. Газель чё-то недовольная мною. Ну все, летим, ребят, летим. Оп, чё-то Алексис чё-то не хочет быстро ехать. Вот, друзья, иду домой. Вот смотрите, какая погодка у нас. С утра была морось, туман. А сейчас можно спотеть. Я в куртке иду, уже спотел, короче. Иду пешочком. Как вам и обещал, говорил. На работу, с работы пешком. Немножечко спину отпустила, друзья, да. Пешкодрапом, короче, спина немножко перестала болеть, мышцы стали укрепляться немного, и все, и полегче стало. Так что, друзья, что хотел сказать, нечего было снимать, скажем так. У меня там было всего 6 заявок, я сделал. Ну и не стал вам голову заморачивать всякой ерундой, короче. Сейчас приду домой и вам покажу. У меня супруга без меня, как всегда, на второй раз покрасила, короче, стены. И должны они выглядеть сейчас очень хорошо. Сейчас приду и вам покажу. Хорошо? Хорошо. Так что вот такие дела. Завтра будет суеты очень много. Завтра где-то около тоже 15 заявок. А мы-то в среду отдыхаем. А я и забыл, что в среду-то мы отдыхаем. Так что вот такие дела. Так что посмотрим, что у меня будет на выходной в среду. Если мамка не замутит никакой ремонт, то, может быть, сходим с вами в центр. Там будет какая-то ярмарка, какие-то будут представления вот с 11 часов. Так что там посмотрим. Сейчас сильно обещать не буду, но постараюсь. Ну, если вдруг видите у меня как надо потолок, друзья, и пол сделать, и это надо быстро сделать. Супруга мне уже там скинула на WhatsApp какие-то предложения. В общем, потолок типа можно сделать где-то за десятку, за 10-900, что ли, потолок. А ламинат, я не помню, что-то она мне тоже там написала, я уже не помню. Ну ладно, домой приду, у нее спрошу еще раз и вам тогда озвучу. А сейчас чопаем домой, чопаем потихоньку, друзья. Так что все, друзья, идем смотрим, идем смотрим. Ну вот, братья, пришел я домой, а мамка на второй раз все покрасила. Вот такой цвет будет персиковый, друзья. Все, получилось окей. Вообще четко. Пол только немножко не досох, мы его залили. Тело батарею поставили, чтобы немного. Все, отлично. Сейчас осталось потолок только натянуть. И сюда пол. И все, и переезжаем в квартирку.
Все окей. Вот такой цвет был персиковый, ребят. Так что где-то какие-то недочеты есть, но нам не перед кем выпендриваться. Так что все будет нормально. А цвет четкий. Люстра еще будет хорошая висеть, и вообще будет просто замечательно. Мамка на второй раз все прошлась, мне вообще просто замечательно, все красиво. Блин, ну вот уже как-то квартира обретает такой хороший оттенок, цвет. Все будет четко, ребят, все будет четко. Как-то узнаем, короче, потолок, она говорит, натяжной 10 900 стоит. По ламинату еще надо будет ехать, короче, к оптовикам, у них узнавать, сколько квадратный метр стоит. Вот такие дела, ребят. Так что все. Так что подписываемся, оставляем комментарии, поддерживаем канал, у кого есть возможность, ребята, обязательно. Большая просьба поддержать канал, потому что без вашей помощи очень тяжело. Так что все отлично, все окей. Так что завтра летим, волосики назад, работаем, трудимся. Все, ребят, пока-пока.